Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, сегодня у нас игра под названием Rock of Ages 2. Мы начнем с сюжетной линии, можно изменить в любое время. Давайте мы возьмем нормальный уровень сложности, естественно. Так, нам показывает мужика, который держит за землю. Атлас. Это кто, я не знаю. Он пока сделает месяц, сделает солнце. И... ничего. И рисует единорога. Наш очень ответственный человек, не человек, полубог, наверное, положил землю эту, и там все разъехалось во все стороны. А в итоге он ее уронил еще раз, и все. И теперь ему нужно достать ее. Я так предполагаю. А, и вместо земли он взял какой-то огромный валун, на котором спал другой какой-то очень ответственный человек. В итоге оказывается, что они... что он на этом валуне падает на эту же землю. Которые были, в принципе, одинакового размера. Я не понимаю, как они тогда так получилось, что они упали на землю. Ну ладно. Что делать надо? А! Нужно скатиться вниз. И учебный уровень. Войти в арену. Войти в арену. Давайте войдем в арену и посмотрим, что же... и как я говорил, все крупные сражения в истории были выиграны, бросая гигантские волны с вершины холма. Наполеон, что я только что сказал? Как ты победишь британцев? Высокомобильная артиллерия в сочетании с маневрированием моего врага в неблагоприятную позицию. Нет, используй гигантский валун. Сколько раз я должен это объяснять? Мистер Геролот, кажется, я ошибся классом. Мы все принадлежим к разным периодам. Тихо, ты просто пытаешься отпроситься из класса, не так ли? Я должен тебе сказать... Не договорил. Ого, настоящий валун. Я никогда раньше валунов не видел. Ура, возможно, теперь у нас есть шанс против армии короля Ричарда. Эй, армия короля Ричарда. Это тот, кто идет нас убивать. Так. Так, кто у нас? Ричард за львиное сердце. Так, мы, значит, против Ричарда Львиного Сердца. Львиное Сердце, точнее, да. Угу. Трясемся. Ну и что? Учебный уровень. Давай посмотрим, что же за учебный уровень. Ах, мой друг, я объясню тебе правила этой войны. Давай. Объясни, пожалуйста, мне правила этой... Это наша сторона поля сражения. Ну это хорошо, я... И вот наш замок, внутри которого ты будешь право стоять и командовать нашими силами. Я понял. Это вражеская сторона поля сражения. Она выглядит странно знакомой. И вражеский замок, где Ричард прячется как трус. Что мы сделаем? Так это аккуратно. Кинем на них гигантский валун. В принципе, неплохо, да. Уничтожьте ворота врага. Так, мне нужно... катиться. Прыжок на спейс, подвинуть камеру. В смысле? Это... А как ему надо было нанести урон так много? Уничтожьте ворот врага. Доблестный первый удар. Но ты увидишь мои волны не меньше твоих. А у него лев какой-то. Тигр, я не знаю, что это. Так, что это? Ричард, готовься к атаке. Мы должны построить оборону и... Лишь потому что я знаю, что ты в первой командуешь армии. Я дам тебе столько времени на постройку обороны, сколько ты захочешь. Защищайте свой замок, вращать приблизить камеру, вращать юнит, построить оборону. А что я строить-то буду? А, у меня есть золото и у меня есть катапульты. Да я просто вот так вот тут вот наставлю. Оп-оп-оп. Вот тут поставлю. Вот тут поставлю. Кстати, вот здесь вот можно просто вот так вот еще поставить,
чтобы он наверняка не смог проехать. Так, а замок у меня вот он. Я могу вот так вот натыкать этих херовинок маленьких, и все. И спокойно душой сидеть. А вот это вот я могу взять и поставить вот, вращать юнит. Вот так. Вот так. И могу еще поставить даже, да? Он вот здесь вот остановится, и мы будем в него стрелять. Ну и все, в принципе, моя армия готова. Перчатки сброшены. В следующий раз я буду ждать, прежде чем начать свою атаку. А чё это я в него не попал? Куда ты едешь-то, ну? Ну, собака маневренная, смотри, как он летит. И сколько он... Етить его колотить, и как он меня так влетел? Ну так нечестно же ведь. Це готов. А почему я в него так слабо въехал, если он в меня так сильно влетел? Потому что у него львиная вот эта хреновинка, да? Или чё? Я молодец, блядь, молодец. Ёб твою налево. И чё мне делать? Здоровье у камушка упал, ну... Это не дело, слушай, я уже проигрываю. У него еще и стена тут строится. Что прыгал, что не прыгал, короче, у него остается, ну, убирается одинаковое количество здоровья, поэтому я просто вот здесь вот возьму, так вот, вот поставлю, аж вот так вот. Пипка вот этих вот наставлю. Чтобы он, блядь, проехать не смог здесь. Все, а здесь он, чтобы он наверняка вообще не мог ничего сделать. Ну и где он? А! Я готов! Вообще, я могу теперь врезаться в него. Так, а это не мое? Ух ты ж, ух, там слон какой-то стоял. Видел, не? Я видел. Точнее, я не видел, я его слышал. Все, 194. Максимальная скорость написана. Почему на максимальной скорости это так мало сношу здоровья? Ну, я просто не понимаю, почему. Ну ладно, я выиграл хотя бы, уже радует. Вот надо еще и раздавить всех, да? Ох, это же прикольно. Ударов по двери. Но он меня один раз всего ударил, да, это честно на самом деле было. И типа... Ну ладно. Ну, продолжить. Я хочу продолжить. Это я первый уровень только прошел. Офигеть, елки зеленые, ты смотри, как долго. Так, а где я? И куда я могу пойти? А, значит, я вон туда могу еще поехать и взять вон тот вот этот флажок. Пружинная ловушка. Ну... Война, нормально. Ну, давай с АТДМ, войти в арену. Я просто не знаю, как тут играется, поэтому... Раз тут можно ехать во все стороны, то... Ладно, я не буду смотреть эту заставку, это неинтересно. Это самое глупое занятие. Это серьезное заявление, конечно. А двое на одного нечестно. А двое на одного правда нечестно. А, и так, ну, прочность, скорость одинаковая, прочность поменьше, ускорение одинаковое, урон побольше. Беру льва тогда, хрен ли мне. О, урон 200. Прочность 2000. Скорость меньше, ускорение меньше, вес больше. А нахрена мне такой нужен? И чё мне нужно делать еще? А, мне нужно... Банки рядом с шахтами. Я беру все, потому что я могу... Если я могу себе это позволить. Готов я, в принципе. Ого! Ту-ту-ту-ту. Так, это... Это кто получается здесь? Это здесь получается не я, да? Или я? Стой.
Музыка-то какая, блядь, успокаивающая. Короче, куда можно поставить эти шахты? Шахты можно поставить вот сюда. Чё не так-то? Я сделаю вот так. Поставлю вот здесь вот двух, блядь, слонов. Здесь я собью ему... Собью его с панталыки, потому что он не будет понимать, куда он попал и зачем он здесь находится. А вот сюда я поставлю, мать его за ногу, одну катапульту, чтобы она стреляла. Все, я готов. Как играть? Музыка хорошая, прям аж... Этот... Нервы успокаиваются. Ну? 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 Поехали! Как тут ездить-то вообще? Все, доездился. А можно как-нибудь заново перепери сразу? Ну не, ну здесь вообще, конечно, жестоко, да? Ты смотри. Здесь нужно, блин, медленно все это делать. А что она не управляется? Ёлки-палки, ну... Собака такая. Куда ты полетел-то? У меня сейчас все здоровье потратится. Опа, поехали. Ох, как тяжело-то он едет, слушай. Я вообще не понимаю, как им управлять. Враг катится. Блять, а я не качусь, я лечу вниз. Вот это вот обидно, конечно, было сейчас, да. Я еще на врага на этого смотрю. Нахрена он катится-то так? И едить его, блядь, колотить. Ну ты смотри, ну. Я все здоровье сейчас потеряю. Просто потому, что я не понимаю, как можно ехать на этом. Ёбану твою мать. Толкают меня во все стороны. Едить его, колотить. И чё это за... У него с крылышками мячик. Так нечестно, блин. Он... Да, давай, конечно, блин. Блядь. Ну все, ну это ну нечестно. Да, я сразу, наверное, просто в этот, на рожон полез и сразу этот... На уровень сложный попал. А я ездить не умею ни хрена. И получается, что вот, вот так вот. Вот нахрена я прыгнул? Я ж не понимаю даже, куда я лечу. Ну в конце-то концов-то, ну... Что творят? Он сейчас поедет еще раз, а я только падаю. Ой, а я только... Неужели я доеду до него сегодня? О! Ну, неплохо, я ему все равно много снес. Но он, правда, в меня сейчас второй раз поедет, а пока он будет ехать, я его... Я буду делать вот так. Я, в принципе, могу сказать что? Могу сказать то, что я готов уже к этой битве просто окончательно. У него уже третье здоровье нет, а у меня всего лишь маленькая писечка уехала. Он слабак, потому что, вот почему. Я пока просто телефон позалипаю, потому что, ну, это на самом деле очень... Опа! А, подержите, чтобы скрыть. Нет, смотри-ка, он быстро сейчас приедет. Он, блин, сейчас уже приедет ко мне. Смотри, как он ловкий, а. Так нечестно. Я хочу, чтобы я быстро ехал и заворачивал неплохо. А то у меня получается только быстро ехать. Заворачивать у меня неплохо. Опа. Эй!
не вижу себя, ёб твою мать, ну! Ох ты ж, блядь, ну! Я был близок, очень близок, я был близок к тому, чтобы вообще не упасть. А сейчас получится, что мне нужно, блин, заново ехать здесь. Ёб твою мать, опять ехать здесь, ну! Ума не приложу, блядь, кому я так навредил? Не долечу, да? Я поздно подумал, что там нету ни хрена, а он уже ко мне подъезжает, ну! Так нечестно. Он врезался в меня, и у меня не остается здоровья, блядь. Найс. Ой, рассыпались все стороны. Ну ладно. Мы, в принципе, едем неплохо. На максимальных скоростях, можно сказать. Остался один разочек у него врезаться, блин. Смотри, вот ему, правда, тоже один разочек у меня врезаться остался. Надо, наверное, его около замка, прям около своего задерживать, потому что, ну, он всю дорогу, в принципе, неплохо проезжает, а здесь его надо вот, прям по максимуму задержать. Знаешь почему? Потому что он здесь вообще ехать не должен. Ему здесь должен мешать прям. Вот так вот я сейчас продам. И вот это сейчас продам. И вот это вот поставлю. Катапульту поставлю сейчас и буду из нее стрелять по всем. Да, решено. Все готово. Сейчас мне еще камушек сделается и будет вообще красота. Почти готов. Осталось, короче, дело за малым. Доехать быстрее, чем он. Я с этой задачей уже справляюсь очень-очень плохо. То, что он летит на меня достаточно, я бы сказал, стремительно, а я просто-напросто камень, блядь, с мордой льва. Пытаюсь доехать, блин, вот он стену поставил просто, я не могу ее с ней ничего сделать. Горит. Вот тебе будет Блядь, а там прыгать надо было, да? Там нужно было прыгнуть. От моего здоровья, я так предполагаю, ничего не зависит, да? Не зависит ни скорость, не зависит ни, блядь, прыгнуть не надо было прыгать, а, ни мой урон не зависит, потому что, ну, я что очень много раз падаю, что не очень много раз падаю, наносил одинаково, как я думал, урона. Вот, то есть одинаково количество урона я наношу и при большом количестве здоровья, и при малом количестве. Бляха-муха, ты какая собака, блин. Ну, не могу я. Блин, у меня осталось еще очень-очень мало здоровья, поэтому если я сейчас его не убью... А я его сейчас не убью, прям вот 100% даю, смотри. 100% даю, что я его не убью. Блядь, камень пулевый. Ну это пиздец, конечно. Смотри, как меня разносят. Я просто к тому, что я могу, наверное, спокойно падать. Это зависит только от... Ну... Да вы серьезно, что ли, ребят? Ну... Дайте мне доехать, пожалуйста. Он уже сейчас... Не убил. Ну все, я что могу сказать? Я проиграл. Такая бессмысленная битва получилась. Можно, пожалуйста, побыстрее колотить, чтобы я, типа, победил хоть чуть-чуть? Ну, пожалуйста. Ну, блин, ребят, ну вы что такие, а? Что такие вредные-то? Проехал прям вот... Так нехорошо тут проехал. Получилось, что он... Доехал до меня. Thank you.
наверное, все, я что могу сказать. Здесь остается дело за малым. Просто подождать. Б продать, Б продать. 130, а у меня 150. Ёлки-палки, да ладно, что, серьезно, что ли? А он уже почти приехал. Вот, ну так нечестно. Ну ты видел, да? Вот смотри, он просто подлетает на крылышках на своих. Так неинтересно, блин, у него двойной прыжок есть. Опа. Тратим время зря, у меня есть еще огромный шанс на победу. Огромный он не из-за того, что я офигеть как сейчас надрочился и могу теперь спокойно преодолевать препятствия. А огромный он из-за того, что он последний, он единственный шанс на победу. Блять, ну ты так смотри на него, а. Это смотри, как ловко едет. И смотри, как ловко еду я. Вообще пиздец, как ловко. Второй раз в одну и ту же яму попадаю и все. И как хочешь, так и думай. Ну и все, он моего этого раздавил. Грусть, печаль. Да, грустно, конечно. Грустно это осознавать. Давайте мы на этом закончим, потому что, ну, это очень долгая игра очень. И типа, ее нужно проходить. Если вы хотите, чтобы я ее прошел, то пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А если не хотите, то же самое делайте, но... Но ничего не изменится, короче, вот. Если вы попросите, чтобы я прошел, ну, напишите, чтобы я прошел эту игру, то я ее, конечно же, пройду, она даст... То есть она достаточно интересная, но она такая, знаете, очень-очень медленная, и тут очень много ждать нужно, то есть не очень она заинтересовывает меня. Но если захотите, я пройду, вот. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал еще раз, делитесь видео с друзьями, всем спасибо за просмотр, всем пока!